Ну вот, обзор куртки Край, украинского бренда Край. Вот шеврон. В застегнутом виде куртка. Покрытие полиэстер, водоотталкивающий, качественный. Адасатина называется. Вот. Цвет темно-синий. Так. Внутри синтепон. Капюшон утепленный. Утепленный капюшон. Утепленный воротник. Замок. Замок застегивается в специальный карман, чтобы не было холодно в бороду от замка металлического. Сам замок очень плотный. Специально разработали для того, чтобы не попадал холодный воздух и влага. Так, есть внутренний карман, достаточно таки глубокий, можно положить что угодно, телефон, паспорт, вот его глубина, очень удобен, он застегивается обязательно. Далее использовали специальные мы липучки вместо пуговиц, это удобнее, расстегивается гораздо быстрее, есть фиксаторы здесь, везде, вот. Для того, чтобы подобрать правильный размер, естественно, и для капюшона. Сзади на капюшоне есть регулятор самого капюшона. Вот. Так, далее. Вот эти карманы, они тоже утеплены. И специально мы разработали то, чтобы зимой не обязательно нужно было одевать рукавицы. И действительно в карманах очень тепло. Вот еще покажу утепленный воротник. Он очень мягкий и очень приятный. Можно застегиваться очень удобно полностью. Ну и вот утеплен сам капюшон. Это видно. Вот. Так, и еще очень важная деталь в куртках, что всегда мне хотелось видеть в других куртках. Вот эластичный манжет специально вшит в куртку. Не попадает воздух холодный, не попадает снег и влага. Можно хоть купаться в снегу. Вот тоже очень удобно. Ну и естественно сам рукав регулирующийся. Тоже на липучках. Вот. Ну вот такой вот обзор. Так, внутренняя часть. Подкладка. Такие вот швы. Ну вот, это темно-синяя куртка. Вот да. Выглядит она вот так вот сзади. Кстати, да, еще один момент. Швы двойные на куртке везде. То есть на вид очень интересно получается. Ну, естественно, она за счет этого тоже крепче. И внутренний карман, вернее, наружный карман, нагрудный, тоже обязательно с замочком, сюда тоже не будет попадать снег. Он очень удобный, тоже можно просто руки сюда засовывать. Некоторые люди так любят. Тоже вместительные карманы. Темно-серая куртка. И бежевая куртка. Вот видеообзор курток, наших курток в трех цветах.
темно-синяя, темно-серая и бежевая.